Есть у нас какой-то товарищ. Какой-то товарищ есть. Так. 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 Угу. Ну хорошо, можно конь f6, например, теперь сыграть. Это меня все как бы это устраивает. Слон d7. Так. С понтом мы в 3 нуля хотим, я делаю вид. А теперь говорю, а может быть и в 2, ты знаешь, я еще не определился. И все-таки уходим в 2. Так. А то он тут уже, смотрю, позиция непонятно, кому что теперь делать. В общем, такая позиция. А, ну я взял. Он взял, конечно. Ладья e8 и... Так, надо ли... Нет, надо брать вот там. Скорее уж. Если брать, то там. Так. Что дальше? Так. Ну, брать же он не будет, я думаю, коня на e7. Нет, конечно, он не берет. А теперь мы так просто и не отдадим. И на d5 даже не взял. Ты смотри, каков. А если так? Сюда решил. Сюда решил. Ладно, взял. Взял, взял, взял. Да, 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 я взял вину на себя. А если так? Мозги ж периодически отключаются. Я за сегодняшний день уже, наверное, штук 30 блиц-партий сыграл. Причем это были такие ужасные блиц-партии, что то соперник вызывает, через 2 хода сдается, то я сам отдаю фигуры на ровных местах. Поэтому я так напал. Поэтому я думаю, буду лучше чуть-чуть это так позадумчивее играть. Некуда мне торопиться. Это не пуля. Так и то, как видите, особых результатов-то нету. Я понимаю, что я делаю чуть не лучшие ходы для того, чтобы были какие-то результаты. Но вы-то смотрите меня, вы-то болеете за меня. Наверное, не из-за вот этого товарища. Не, вы, конечно, можете болеть из-за него. Спору нет. Я поменяю, пожалуй. Так. f5. Он сюда, естественно. Я как любитель разменов меняюсь и здесь. И я говорю, я любитель размена в ироническом плане, потому что вообще я обычно меняться не люблю. Жертвовать, да. Но здесь как бы жертвовать — это самоубийство. Такому игроку что-то жертвовать. Так. Защитились фиговым листком. Он сюда. А мы сюда. Так, хорошо. Вот теперь я доволен. Вот сказалась разница в классе. Попал товарищ в просак. Кто не знает, что такое просак, советую посмотреть фильм «Жмурки». Там об этом подробно объясняется. Взяли. И играется вот такой вот ход. Тут же связка, правильно, он же ничего не может. Ну, любые тут шахи, махи, мы уходим. Или просто даже закроюсь. Че я буду тут куда-то уходить, пацана нашел. Ну вот здесь как бы надо сдаваться.
Он что-то ждет. И времени у него 10 секунд. Что он хочет сделать за 10 секунд? Ну, не нашел он выигрывающего хода. Простим ему эту маленькую слабость.